Всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Ник. Сегодня мы играем в игру Star Wars. Это начало самой игры. И сегодня я попробую сделать обзор на эту игру. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ладно, я думаю, обучение мы можем пропустить. Так, давайте. Сейчас ждем. У нас сейчас игра перезапустится. Так было написано. Так, я решил сделать обзор на эту игру, так как я буду сейчас, наверное, создавать рубрику обзоры на игры. Буду в Google Play, например, искать игры новинки и скачивать первый попавшийся и делать по ней обзор. Так, давайте введем возраст наш. 15 мне лет. Вот. Играем дальше. Преимущество. Давайте поиграем как гость. Посмотрим, что у нас почем здесь. Может быть, я буду даже снимать летсплей по этой игре, если она будет классная. Я в нее вот не играл еще ни разу. Решил так сразу с дебютом и заснять видео. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Выбрать ник надо, да? Я мистер Ник. Так, готово. Так, смотрим, что у нас тут есть. Зайдите в магазин, чтобы получить бесплатного штурмовика первого порядка в наборе Google Play основателя. Окей. Сейчас мы зайдем в магазин. У нас тут такое обновление идет. На 1 мегабайт. Все, оно у нас обновилось, все тут. Ладно, давайте берем бесплатного нашего штурмовика. Опять у нас какая-то загрузка идет. Видимо, типа, изменения вступают в силу. Все, она прошла вроде бы. Можно начинать игру. Так, что у нас здесь? Продолжить. Так, давайте попробуем сыграть, наверное. Скупили все поставки. Так. А, ясно, да, все. У нас кристаллов не хватит. Поэтому можно отсюда выйти даже. Входящий, смотрим у нас, что здесь. Добро пожаловать в Star Wars Galaxy of Heroes. Вы вошли в элитную группу игроков. Благодарим вас и вручаем ценные награды, которые помогут вам в странствиях. Желаем приятной игры, команда разработчиков Star Wars Galaxy of Heroes. Так, получаем все. Кристаллики нам дали тут. Давайте зайдем сразу в карты данных. Да, мы тут уже были. Тут неинтересно. Итак, попробуем сделать ежедневное задание какое-то. Пройдите в битвы со светлой стороны. Вперед. Итак, сейчас у нас идет загрузка, и мы, наверное, сейчас будем воевать с кем-то. Так, давайте выбрать битву. Так, у нас идет, наверное, окончательная загрузка уже перед боем. Вот. Наверное, это должна быть окончательной. Так, я уже пару раз нажал на бой. И что-то она все время бросит подтверждение, видимо. Итак. Мы ждем сейчас. Сейчас закончится загрузка эта. И должны уже начать воевать. Там будет, наверное, показано, на какую кнопку там стрелять или еще что-то. Или будет вообще такое управление, как на джойстике, например. Так, давайте рубанем кого-то. А, эта игра такая, как стратегия, видимо. Понятно. Я думал, игра-то прикольная. Она такая своеобразная. Так, наш герой, я смотрю, тут 4 убил. Финальная схватка идет. В принципе, я смотрю, графика не очень такая. Плюс еще, что мы тут видим? У нас еще какой-то беспредел тут вообще.
Она не очень такая интересная. Давайте по одному шмалю вначале. Вот наш герой, я тут заметил, он самый сильный из всех. Так, давайте ударим. Так, давайте, значит, клона вначале будем бить. Потому что он восстанавливает ХП. Хорошо, давай сюда. Так, это вот та же. По клану, и ты по клану. Все, мы одного убили, теперь восстанавливаться ХП у этого чудика не будут. Это для нас очень хорошо. Ее этот джедай тоже пусть бьет. Так, мы видим, без особого напряга мы тут так выигрываем их. Все из-за клона нашего, он так выносит больше всех ХП. Как же мы можем этим джедаем восстановиться сейчас? Но не джедаем восстановиться. А чтобы джедай восстановил остальных, вот нам уже не нужно, так как мы выиграли. Так, сейчас давайте еще посмотрим в менюшке, там что-то может есть интересное. Так, награды. Опыт, кристаллы, осколки, кредиты и прочие предметы можно зарабатывать в битвах. Мы выиграли битву, значит, это заработали. Давайте сейчас посмотрим, что у нас тут еще есть такое. Персонажи. Давайте посмотрим, что тут из персонажей есть такое интересненькое. Опять у нас такая загрузочка идет на мегабайт. Это прям, походу, стабильно будет, как только я зайду, например, в магазин, потом в персонажа, у меня будет загрузка первый раз. Так, смотрим, Дарт Вейдер тут есть. Опа, став назад. Так. Дарт Вейдер, короче, я особо в Звездных войнах тут не шарю. По идее, тут еще должен быть Йода. Давайте посмотрим, где Йода находится. Так как я знаю, что он самый крутой из всех джедаев. Так, граф Дуку тоже такой нормальный тип. Вот он вот тут, который. Кстати, вы можете также вот писать мне в комментариях, по каким играм на андроиде делать обзор. Я буду стараться эти игры находить, скачивать и делать по ним обзор. Итак, я думаю, не нашли. Продавать предметы, я думаю, не стоит. Также я тут понял, если зайти как, ну, через Google Play, тут есть союзники. Давайте посмотрим тогда еще достижения наши. Мы ничего еще не сделали. Зато мы заработали 190 кредитов уже. Вот это, наверное, кредиты. Да, это кредиты. Так, стоп, давайте посмотрим еще раз персонажей. Поскольку они тут стоят, мне интересно. Еще Люк Скайуокер. Это, ну, этот, как его, сын Дарт Вейдера. Дарт Вейдер, он постоянно в фильме вроде бы говорил: Люк, я твой отец. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Мощно. Осколки надо находить, чтобы открывать персонажей. Ну ладно. Вот такая вот тут игрушка. Так можно тут красивая смена вида. Тут, наверное, там можно тоже что-то делать. Не только здесь, но и в остальных, как бы, отделах. Там события, испытания, истина, нет. Контина сражения отрядов, поставки, карты данных. Ну все, тут, в общем, ясно. Мне кажется, уже все, что я знаю, ну, точнее, не все, что я знаю, все, что мог найти, я нашел в этой игре. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Делитесь этим видео со своими друзьями. И всем пока, с вами был Мистер Ник.